Ивановский общественный транспорт переходит на безналичный расчет. 7 сентября в тестовом режиме на некоторых маршрутах начал действовать универсальный электронный проездной. Напомним, подобные карты уже используются горожанами при оплате троллейбуса. Новые распространяются на автобусы и маршрутное такси. В планах объединение этих двух проездных в один. Купить карту можно в кассах коммунальных платежей за 50 рублей. Там же ее и пополнить. Списание средств происходит через терминалы, которые используются при оплате социальными картами и картами школьника. Безналичный расчет на данный момент возможен на 1, 2, 7, 8, 12, 13, 32 и 33 маршрутах. Вводят перевозчики, там несколько перевозчиков, то есть они поддержали идею администрации по введению наличной, безналичной оплаты проезда. Они, значит, на некоторых маршрутах уже эта карта действует. В ближайшие 2 месяца мы планируем, что все-таки данные карты будут приниматься на всех автобусных маршрутах. И, соответственно, позже это будет карта интегрироваться в троллейбусную транспортную карту.